будет развиваться Иннополис, обсуждают сегодня в Казани вместе с министром связи и массовых коммуникаций России. Здесь уже запущена базовая инфраструктура. Это 16 жилых домов, детский сад, школа, работает особая экономическая зона. Рустам Миниханов возглавил медиарейтинг глав регионов Приволжского федерального округа по итогам марта. На второй строчке глава Башкортостана, третья позиция – Уврио губернатора Самарской области. Исследование провела компания «Медиалогия». В Татарстане на время весенней рыбалки летчиков вертолета Ми-8 МЧС переведут на круглосуточное дежурство. Уже сегодня по Татарстану выставят 8 временных спасательных постов в местах массового выхода людей на лед.